Здравствуйте. Хочу вам предоставить простой, деревенский, не то что деревенский, а жителей отдаленных мест от столицы, бюджетный ремонт хрущевской кухни, которая досталась в очень ужасном состоянии, приобретенной мной, но за самые минимальные деньги, что я смог из нее сделать. Как говорится, на скорую руку. Проходим. Гарнитур. Был приобретен за 13 тысяч. Кое-как я его сюда впихнул. Подоконник здесь был. Вот до сих мест пришлось мне его обрезать. Подоконник, конечно, находится в ужасном состоянии, пока я его не трогал. Бюджет не позволяет. Гарнитуру я впихнул. Газовая колоночка. Ее никуда не денешь. Хочешь, не хочешь. И что мне понравилось, это вот старая труба, которая идет от газовой колонки. Я ее решил не менять, оставить. Просто как хрущевские времена. И оставил вот этот лючок. Это чистка канала газового выхода. Я его тоже не стал трогать. Вот как вот есть с хрущевских времен крашеный, так я его крашеным и оставил. Вот специально. И как раз он подходит под цвет гарнитура. Вот. Захотелось мне ее оставить вот так. Ничем я не стал. Трубы. Трубы красить не стал. Они все желтые. Не желтые, а такие вот, ну, как вот молочный цвет. Я их протереть протер, но красить не стал. Они как раз подходят под цвет гарнитура. Что я еще изменил? Потолок. Ну, потолок, да, обошелся мне. Потолок пришлось сменить, потому что здесь был в очень ужасном состоянии. Люстра такая обыкновенная. Небогатые. Такой гарнитурчик простенький. Просто сюда больше ничто не умещается. Вот раковинка такая входит в этот гарнитур. Приобрел под цвет раковины. Кран. И здесь вот стоит стиральная машина. Все, здесь просто развернуться негде. Здесь буквально 5 квадратов, наверное. Вот холодильник. Часы. Тут вот домовой у меня стоит, который охраняет мое. Тут же газовщики повесили газовый счетчик. Умудрились. Вот здесь они его провели через всю кухню. В другом конце кухни повесили. Из другого конца кухни повели обратно возвратку. Ну, это Россия. Это ее понять можно. И здесь вот такое будет у меня местечко. Здесь будет стоять стульчик. Здесь будет стоять стульчик. И здесь будет стоять чуть-чуть стульчик. Чтобы сидеть, попить хотя бы чая. Микроволновку пришлось ставить на подоконник. Ну, вот такая вот хрущевская кухня. Вот я ее разместил так. И даже и развернуться невозможно. Но здесь я что-нибудь поставлю такое красивенькое, чтобы стояло. Ну, вот так вот. Такие вот хрущевские кухни. Здесь я на самых минимальных деньгах я здесь все сделал. Я даже не могу сказать, сумма какая, но сумма небольшая. Все. Никакого шика, никакого блеска, никакого тут... Линолеум не менял. Линолеум замечательно он лежит. Хороший линолеум. Ну вот, вот в таком вот бюджетном варианте у меня обошлась кухня. Ну, может, вот гарнитур 15, потолок 5, 20. Ну, может, в 1035 обошлось у меня это все.
Вот такие хрущевки. Вот как хочешь, так и выкручивайся с ними. Это вам не современные коттеджи.